Давид Залеев, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания, лауреат 12-го международного конкурса артистов балета и хореографа в Москве, первая премия «Золотая медаль», специальный приз за артистизм и сценическое обаяние 2013 года, лауреат 12-го международного конкурса артистов балета «Арабеск», вторая премия «Специальный приз за исполнение современного номера», приз «Эмоциональность и выразительность», 2012 год, лауреат международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», 2012 год, лауреат театральной премии Республики Татарстан Тантана в номинации «Лучший исполнитель музыкального театра». Солист Мариинского театра уже 8 лет. Получил тяжелую травму черепно-мозговую. Находился в состоянии комы медикаментозной и был подключен к ИВЛ, так как не мог самостоятельно дышать. Хочу задать вам вопрос. Почему с 13 мая, прошло уже 2 недели, его перевели в НИИ нейрохирургии имени Поленова, но нет никаких сведений о состоянии здоровья этого артиста? Почему от других освещают, а о Давиде Залееве ничего не пишут? Прошло 2 недели. Где сведения о состоянии здоровья этого молодого, талантливого солиста Мариинского театра? Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии.